Видео для тех, кто собирается ремонтировать задние двери Ларгуса. Тут есть загвоздка в том, что задняя обшивка прикреплена не только на пистон, но еще и на клей. Герметик какой-то. Срезается сначала струной, потом поддевается шпателем и срывается с пистонов. Выглядит снятая обшивка с двери Ларгуса. Посажена вот на такой герметик. Видно, как вынимались на вазе пистоны, так и вынимаются. Стопаки на Ладу Ларгусе снимаются изнутри салона. Сначала снимается обшивка, вытаскиваются клипсы из этих отверстий. Далее выворачиваются винты. Эти винты держат стопак. Находятся они где-то в этих местах. Один внизу, один вверху. Вверху остается внутри. Вот таким образом. Трихтовали Ладу Ларгус. Металл очень тонкий, имейте в виду. Но рихтуется очень просто. Вот так выглядит дверь внутри после рихтовки. Как видно, ничего сильно не повредилось. Но металл тонкий и сильно растягивается.